Город ангелов поглотила белая пелена. В сильнейшем тумане практически полностью тонут даже высотки Лос-Анджелеса. Внизу на земле видимость почти нулевая. Автомобили двигаются с черепашьей скоростью. Мэрия даже выпустила для водителей предписание включить противотуманные фары и соблюдать дистанцию. Ну а пешеходы пробиваются сквозь молочный кисель чуть ли не на ощупь. Синоптики обещают, что скоро все закончится, туман рассеется, а вслед за этим пройдет проливной дождь.